человека, у которого не было бы проблем с позвоночником. Фактически каждый пациент их имеет. А вот о взаимосвязи внутренних органов и позвоночника мало кто догадывается. А оказывается, существуют методики, которые позволяют сохранять свой позвоночник. Приглашаю вас на лекцию, где мы разберем вопросы, как предупреждать заболевания позвоночника, мышц, суставов, связок и как сохранять здоровье позвоночника, несмотря на возрастные изменения. Лекция состоится в воскресенье в 11 часов.